FrestDuck.ru представляет. Че, Шамиль, бодрым шагом на тренировку, да? Да. Настрой как? Нормально, тебе скажу. Тренировка обычно начинается вот так, с контрольного взвешивания. Бороться, бороться, набороться. На ковер выходят по две пары, будем выходить с маленьких весов, все в трико. Опыт и молодость. Поймал Рашид, да? Да, так, совершенно. Молодой. Ахмат, как так вышло? Мне чисто на руках же работал. Карамис, один бросок на камеру. Подрудинов, по-моему, Гаджимураду чуть-чуть мощи не хватает, да? Да-да, слабоват еще. Надо его чуть-чуть в порядок привести. Муса, техника никуда не девалась, да? Акробат вместе, да, первый день. Вы же родственники, что? Как видите. Родственники. Этот старший, он вздыхает уже, смотри. Че, Магомед Расул? А младший брат что, загоняет, да? Так, нападает. Вот так будет, когда долго не тренируешься. Ахмат, прибавляй. Он тоже пользуется этим. Кого это ловить Садулаева на кочергу? Вообще приятно. Вот здесь на отработку. Осталось совсем мало.
чуть-чуть потерпеть надо. Двухнедельный сбор и вперед. Красноярск, надо выигрывать. Первый этап был у нас в Адлере. Здорово поработали ребята. Тренера все сделали, чтобы все было хорошо. Ну, больше на ковре. Сейчас у нас будут схватки там, это все. Работа на ковре. На этих сборах у меня 6 человек, которые будут бороться на Ярыгинском. В какой форме сейчас Гаджин Абиев, Алихан Жабраилов? Да, ну, за них хочу сказать, что Алихан в неплохой форме. Вот, Набиев чуть приболел, грипповал немножко в Адлере. Там полностью он не смог отработать вот, по заданию все, что нужно было. А так, я думаю, будет нормально. Еще у нас 2 недели впереди. Жесткая завязка идет. Газимагомедов, Бекбулатов. Какая оценка, Али? 2 балла Бекбулатову по-любому. Это немножко он за него болеет, поэтому 2 балла Ильясу отдал. Перебола мне. А так все время ничья у них, по-любому. Как бы они боролись. Я видел, как Эльдар Нажмудинов челлендж кинул. Взял на обратное, не снял, в этот момент. Когда просто... надо, снимай, дарь. Дальнейший взлив сейчас будет хорошего. Прием. Короче, не тянет Ахмат еще пока с тобой, да? Я молодой, да, что? С большим рвением начали сборы ваши ребята. Да, да, хотят же, все, каждый хочет попасть в волную команду олимпийскую, этот год олимпийский. Все стараются, все работают. Из представителей УОР сколько человек сейчас на сборах? Ну, человек 20. Почти в каждом есть, кроме тяжелых офисов есть. А в какой форме ваши личные ученики? Ну, они полностью еще не набрали. Я думаю, к Ярыгинскому наберут, потому что осталось. Они прошли 3 сбора. Перед Аланом сбор прошли. В Сочи сбор был. Сейчас последний сбор здесь наберем. И там видно будет. Достаточно большая дружина из Хасавюртовского ОР отправляется на Ярыгинский. Сколько человек? У нас много. У нас каждый год так попадает. У нас 12 человек. Так, 11-12 человек каждый год бывает. И в этом году тоже такой же? Так же. Там, у нас 57, 61, 65, 74, 79. 97, ну, это в весах, ребята. 79, вообще у нас трое. Один из лидеров Хасавюртовского ОРа, Магомед Расул Идрисов, переходит в олимпийскую категорию, да? Перешел 65 килограмм. У него первый старт после чемпионата мира будет это. На Ярыгинске 65 килограмм. Ну, здесь главное, что ты боролся. Здесь, в каком весе ты борешься. Если ты готов, ты можешь в любом весе бороться. Там такого страшного ничего нету. Если у тебя есть вес, позволяет такой вес, ты должен переходить. Потому что это, много вес гонять, держаться, это может, организм тоже не железный, не выдерживает, ребята. Курбан Алиев, ты сразу с 3 борешься, что ли? Че, надо работать, пахать. Разве все, рядом у кого ногу, их так буду брать. Разве следующую ногу поймать? Все же рядом, криво лежит, да все берем. Постоянно голова здесь. Опять-таки голову не опускаем сюда. Что, Шамиль, с бойцами, да, теперь? Так, да, сегодня стал опытом делимся. Умар, как тебе он? Хороший. Подъезжает, да? А, не дает никто. Опа!
Кто-то прилетел. Неужели это Ибрагим Саидов? Ибрагим, ходили слухи, что ты уже борцовки на гвоздь повесил? Да, давно повесил, просто для себя хожу. Серьезно? Да, или... чтобы живот убрать. Я бросил, но все может быть. Саид Гамидов, специально на камеру. А Садула случайно была даже? Да. Будет ли реванш? Вот в чем вопрос. Будет ли реванш? Пока 2-0. Ну-ка. Будет ли реванш? Он взял ту сторону, как-то обманул. Только ноги не держами. Ноги не держами, надо пас. Не, я же не держу. Расул, немножко тяжеловато, да? Тяжелый соперник. Саида Гилеева, врача сборной России, встречает ребят так. Черно-тренировочные схватки. Вот так, вот, вот здесь работает, вот здесь. Завершается тренировка общим снимком, как всегда. Это так, тоже.